Так, сортировщик Джан, я иду к тебе. Спускайся. Сейчас, я еще не телепортнулся в портал. Телепортнулся. Спускаться вниз? Да. Угу. Ау! Так. Че, воешь? Вендер? Нет, ИК-2. ИК-2. Да, вендер было бы странно. Да, кстати, спасибо за резину. Вот это нормалек. Золотой провод с двойной изоляцией. Mm-hmm. Че тут такое нет? Ладно, все. Ушел. Ушел, но обещал вернуться. Плюс 5 нифига не хватит. Так, проводов-то может уже, кстати, хватит или нет? Нет, подожди, 32. А, ну да, 32 еще хватает. 20, еще 20 проводов. Не, я тебе скину больше, чем нужно. У больше меня хватает проводов, все. Сейчас, значит, делаем. Так. Ты себе эта схема есть. Дальше, значит, это мы что? Я что делаю, я уже забыл. Я делаю продвинутый теплообменник, нет? Да. Да, наверное. Продвинутый теплообменник я делаю, да. А, значит, мне нужно. Теперь, значит, электросхем хватает. 32 теплообменника. Твою мать, это еще электросхема. Так, подожди, еще раз, значит, если у нас 4 движка, 8 охлаждающих модулей. На 2, 16 продвинутых теплообменников, 32 обычных теплообменника из 32 электросхем. Еще 32 электросхемы, значит, еще до хера проводов опять нужно, твою мать. Медь нужна, медь. Это больше не для дробицы поставил. Я наверху пока ищу, тут немножко есть, 48 нашел. Медь нужна? Да, пока ладно, пока справляемся со своими темпами, если понадобится, я... Резина опять нужна, все нужно, короче. Меди иметь. Есть чуть больше стака. А вы слитков или слитков. Забирай. Сейчас, подожди. Я тут наверху посмотрю, может тут я найду. Тут куча всего есть интересного. Так, а он сверху. Резина бы еще только была. Желтый. Так, ладно, я пойду к тебе за медью. Давай. Спускаться вниз? Да, там в сундуке со слитками. Угу. Предметы из адаматива, булыжник, айгнац, обсидиан, эссенс. Айгнац это и есть слитки. Ну, у меня просто английский-то на уровне школьника. Медный слиток. У меня там все равно неправильно написано, я просто. Понял. Окей. Так. А резина больше нет у тебя тут, да, нигде? Резины я пока больше не находил. Все хорошо. Я еще не все, конечно, отсортировал, но почти закончил, кстати. А ты не делал играли этот фигню-то? Как ее? Делаю. Что? Ну, пластин этот... делаю всякие. Нет, это штуку для добычи резины. У меня есть кожемолка. Ну вот надо. Древесина, диви еще есть куча. Давай его в стак сумму просто. Давай, натурисуй. Так, ладно, поехали. Делать медные провода. У тебя же были медные провода. Или ты. А мне нужно еще 32 электросхемы теперь, получается. А забери, там 20 медных проводов есть еще. Ну я уже даже сделал. Больше. Еще 50. Блин, ну ты медь тратишь просто. Тут подвинутые теплообменники, 3 штуки есть, кстати. Ты видел? Нет. Хорошо, нас считаем тогда, получается. Так, на 4 движка, 8 модулей охлаждения, на них 16 продвинутых теплообменников, на них нужно 32 теплообменника обычных. Сколько ты говоришь? 3 есть? 3 продвинутых. Продвинутых, ага. 3 продвинутых. Значит, еще раз считаем. На 8 движков, 16 продвинутых. У нас есть 3, значит, осталось еще 13 продвинутых. На 13 продвинутых я что-то уже начинаю плавиться просто. В общем, в любом случае, мне нужно сейчас будет 26 электросхем еще скрафтить. 26 электросхем. У меня есть 3. У меня есть 3 и 14 продвинутых. Не, продвинутые у меня у самого есть. Давай. 3.
Иду к тебе. Бросил под ноги. Угу. Забрал. Три электросхемы. Так, значит, что там для этого? Провода по кругу. Подожди-ка, где она? Рецепт. Закаленное железо еще нужно. И редстоун. Редстоун пойду возьму. И железо, в принципе, тоже знаю, я где брать. Я сделал теплоемкие пластины. Так, редстоун. Что-то мог считать правильно это или нет? 2, 4. Может, на 2. 8. На 2. 16. Их должно быть 16. У меня 16. Все. На, забирай. Че? Можешь сказать, ну что еще сделать? Стекловолокна дофига. Это много. На. Все, бросил тебе. Угу. Машин сколько много нужно? Сейчас скажу. Так, на 4 движка, 8 таких, на 8 таких, 16 таких, на 16 таких, 16 на 4. 40. 40 и еще 6 на 4, 64. 64, ну стак нужен. У меня есть 5. Я тебе скинул, сколько у тебя сейчас? 56, значит еще нужно 8. Сейчас я немножко сделаю. 8 нужно. Мне не хватает изолированных медных проводов, нужна резина. Резину. Вот сейчас я это поставил там. На, 8 проводов тебе под ноги. Угу, спасибо. За резиной пошел. Давай, наверное, тогда подожду. Хотя нет, резины все равно не хватит, ее нужно очень много. Я скажу сколько? 24 на 6. Вот столько нужно. Боюсь, что столько, наверное, нет. 24 на 6? Да. Это будет 100, почти 150, 140 с чем-то. Вот. Столько мне нужно еще проводов этих. Из изолированных медных. У меня есть из них сейчас 2. Я пошел за резиной наверх. Медные провода у меня есть готовые. Надо, давайте скинуть, разделаешь, изолируешь. Или потом лучше мне резину поставить. Да я уже убежал. Все, ладно, хорошо. Блин, сложное какое дерьмо. Значит, еще раз. Мы с тобой сейчас сделаем 8 модулей охлаждения. Для этого ты уже сделал 16 таких панелей. Правильно? Правильно. Молодец, красава. У нас все есть. У нас все есть, по-моему, уже. Кроме продвинутых теплообменников. И листов иридия. Нет, продвинутые теплообменники были. Ну, 3. Нам нужно еще дофига. Мы же их сейчас крафтим. Ну да, нужно еще дофига. Так, еще раз. 8. 32 нам нужно. Нет, подожди. 16 минус 3. 13. 13. Продвинутых теплообменников. Это 26 обычных теплообменников. 26 обычных теплообменников. Может быть, и попробует разделать сейчас. Может, мне хватит. Хотя вряд ли. Так, электросхема, лист меди и 3 говна. Бросай мне провода, я сейчас заизолирую. Все бросай. Все, что тебе нужно заизолировать, все заизолирую. Это все, что у меня есть. Может быть, чуть больше. А может быть, чуть меньше. Мне опять нужно олово. Надеюсь, обычное, которое в прошлый раз не подошло, в этот раз подойдет. Так. Сейчас, я пока делаю обычные теплообменники, короче. Все, резины должно хватить. Сейчас я все заизолирую. Теплообменники. Значит, посерединке 3 и сверху электросхема. Понял. Электросхема. 23 штуки надо. Так, и вот так вот, значит. И это только нагрудник. Они тоже не стакаются. Твою мать! Твою мать! Они тоже не стакаются. Эти ребята, сами. Если в комментариях помните, напишите, кто смотрит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что случилось? Что случилось? Огр. О, это не надо. Говорю, это плохо. Не ломайте ничего. Мистер Огр. Взятку дай. Где он? Далеко? Ну, он как бы уже мертв, но... Ты где? Я в доме частично. Частично на улице. А твою дивизию, сортировщик. Что? Да нормально, блин. Понижу тебя до землекопов в таких этих разборках, если будешь. Могло быть гораздо хуже, кстати. Да, я пойду посмотрю. Второй подвальный этаж.
А, ну второй подвал, ладно, мне главное наружную архитектуру. Ну, там наружную немножко нужно будет поправить, но в целом ничего плохого. Я думаю, это хуже будет. Ах ты твою мать, ну слушай, ну все равно жестко. Так-то. Ладно. Я думал, хуже будет. Ладно. Ну теперь, по крайней мере, сортировщику есть чем заняться еще в ближайшей серии. Много. Дайте мне досортировать. Я почти закончил. Ландшафтный дизайнер теперь. Ну. Я забыл, что я не в крутой броне, я тут падаю. Как мне перепасть об этом? Твою дивизию. Ненавижу тебя, сортировщик. Ты убьешься? Какой ты именно что? Об этом и речь. Я еще и убьюсь. Давай, иди обратно. Иду, пытаюсь. Надо скрафтить уже. Просто обратно теперь проще попадать через подвальное помещение второе подвальное помещение. Кстати, это неплохо, неплохое. Ну такое. Скалопендра. Я вообще забыл, что я крафтил и сбился со счету. Сколько еще осталось, что делать? Знаешь, почему сбился со счета? Потому что те сраные, вонючие, ублюдочные штуки, которые обычные теплообменники, они не стакаются. И это очень бесит. Итак, нам нужно... Я тебе сверхпроводников не бросил. 4 штуки бросил. Значит, правильно. У меня 12. Так, значит, еще раз, подожди. Значит, нам нужно на 4 движка 8 модулей. На 8 модулей 16 продвинутых. На 16 продвинутых 32 теплообменника. У нас есть 3, значит, минус 9, да? Нет, минус 6. Минус 6, 32, минус 6, 28. Нет, 24. Подожди, господи, может. Да, 26. 26 теплообменников нужно. У меня есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Еще 10 теплообменников надо сделать. 10 теплообменников. Для этого, знаешь, что мне не хватает? Листов меди 10 штук. Есть 3 пока наличие. Кидай. Сейчас будет 0. Что не так? Твою мать. Фух. Я разобрал все ваши сундуки. А, закаленное железо. Красава. Просто красава. Ну, все. Сортировщик просто молодец. Нет, еще не все. Пускай Ампер заделывает дыры, которые он там наделал. С огром. Почему я наделал? Еще не знаю. Сколько я сказал? 28 нужно теплообменников, да? Минус 3, 25. А, нет, 10 искал. Нужно... А сколько нужно времени, 7. Чтобы это тебе докрафтить, как думаешь? 7 листов нужно. 7 листов меди. Что докрафтить? Все, полностью. Много, потому что у нас нет листов иридия или есть? Есть все листы иридия, есть все. Тебе что нужно? Только медь листы, да? Да, 7 листов меди. Делается, просто нам уже как минут 10 пора заканчивать, я просто думал доделать в этой серии. Так мы доделаем, поэтому... давай, сука, 7 листов меди мне, и все будет. Ну... Смотрю на давление, давление большое. У меня давление тоже большое, сейчас умру. Так, спокойно. Сердце давит на желудок. Спокойно, спокойно. Угадится еще. Давай, два листа меди забрал. Еще сколько? 6, 7, 5 надо. 4, 5. Ну 5. Все, 7. Господи боже. 3, 5, 10 минут 5. Так, тина мне хватит, по идее. Значит, еще раз. На 4 движка, 8 этого дерьма, на 8, 16 этого. Есть, это все есть. Теплоемкая реакторная пластина ты сделал. Ну да, все тогда получается, что тут? Теплоемкая. Я тебе дал пластины эти? А подожди, конечно, что еще, наверное, не все у тебя. А, у меня они сами или нет? Все, иди сюда, иди ко мне. А ты не крафтил случайно трансформатор BH? Есть, все, есть. Красава. Бросай мне, давай делать. Я тебе сейчас. Что ты мне дашь? Пластины, ты мне доделай это дерьмо. Теплообменники, давай. Поехали. 7. Так, тин. 1, 2, 3, 4. Как раз тебе сверхпроводники нужны будут на это говно. Все, этот. Теплообменники готовы. Пойдем теперь вместе крафтить начнем. Вот все тепло. Я тебе отдавал вроде пластины эти. Или что там? У просто они же не стакаются, поэтому понимаешь, как сложно это крафтить.
У меня поэтому весь центр забит. У меня то же самое. Ладно, сейчас разберемся. У меня, 60... у меня еще куча кладов заливанных медно. Надо? Пока нет, пока нет. Подожди, теперь нужно из теплообменников простых делать продвинутые. Для этого нужно что? Электросхем до хера опять. У меня вроде какое-то количество было. Может быть, хватит. Ладно, поехали. Сейчас, короче, лишнее скину. Вот как раз медные правда нужно будет, наверное. Электросхем не хватит, да, делай еще. Электросхемы обычные. Все, понял, делаю. Медные провода, растон закаленным железом. Закаленным железом. Я предлагаю, если получится серия часовая, поделите просто на две, не здороваюсь, ничего страшного. Да, не-не-не, 48 минут. Закаленное железо есть полтора стака. Могу все, принести. Все, я уже нет, все. Так, ладно, что, я делаю, значит, теплообменники улучшенные. Для этого, значит, еще раз. Да, я просто посчитаю. У меня уже математика, реально уже все, голова не работает. 4, пофиг, делай больше, чем нужно. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 26. 26 разделить на 2 это будет... А, нет, не надо, 26, значит, есть. Дальше, значит, 13 получается мы крафтим. Микросхем тебя сбросил 10 штук подданных. Микросхем хватает как раз впритык прям, на одну больше. Дальше, что еще мне нужно? Листов меди опять нужно, 13 штук. Ты твою дивизию, ты серьезно? И все, больше ничего, только листы меди. Сожжен дотла, пока боролся, что? С сортировщиком проблем. Он сгорел на работе. Блин, твою дивизию. Все, 13 листов меди и все будет четко. Я пытаюсь, но это... Я понимаю, да. Можно. Так, значит, это подожди. Очень большая проблема. Электросхемы, это дерьмо, все, ничего больше лишнее не нужно выкладывать. Тебе надо телепортировать куда-нибудь? Или ты сам? Кого? Сам-то я точно никак. Сортировщик нужен ТПшник. Ну ТПшник к нам, какие проблемы? К нам? А доберется? Есть портал же. Как, сначала тебя? У меня чего нет. Как, Асгар, сначала тебе писать, да? ТП, Асгар. Да, да, да. А, ты не Асгар. Я не Асгар. Объясни мне, как это вообще получается там у тебя так на подыхать. На втором этаже портал. А? Да, ты помнишь. Что получается? Что у Асгар как получается подыхать так? Сгорать дотла. Ну, просто ночь. Техника. Опасная ночь, опасная. Понятно. Ночь, техника, ну что-то, да, правда. Ну что-то на самом деле как не родной, да. Так, ладно, понял, хорошо. Хорошо. Это было сложное заделывание дыры. Так, брось, ты дашь мне, короче, сейчас 16 пластин, то у нас все будет готово, по идее. Только тебе придется прийти и кинуть им их под ноги, наверное. Или там это еще не долго. Не готовы, я стараюсь очень сильно. Что тебе помочь? Меди поискать? Медь уже оперативно заливается, забрасывается, все нормально. Дроблю, медные слитки получаю прямо, вот смотри. А, сначала дробить же надо в пыль, да, твою мать, а я сразу переплавляю, идиот тупой. Сейчас. Слитки. С 4, не могу понять, как правильно сделать. 16, да. 16, 2, 8. Еще медь 4, 29. Сколько надо меди? Листов? 10? 13. 13? 13, по-моему, я сказал, если не ошибаюсь. Вроде бы 13. Почти готово, почти. Так, забросил сюда, нет? Что, подробилось, отлично, 30. Оп. Забираю на 8. Сколько? 5, да? Не хватает места пока, сейчас, подожди. 5. Да, еще 5. Залагало, даже не выбрасывается, все. Ничего не выбрасывается, я выброшу сапун. И волк такой на фоне. Так забавно. И Гораль такой, и волк. Последняя пластина, да, был 13 нужно. 13 нужно. 4 у меня.
4 у меня, одна палец, одна. Все, тогда подходи, кидай мне под ноги, я начинаю крафт. Так, значит, получается, в середину лист меди, сверху снизу электросхема, по краям это говно, и по бокам это говно. Вроде понял, значит, получается, так, 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 в середину, сверху снизу, и вот это, ага, раз, ой, блин, случайно выкинул, два. Крафти, 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 вот, пластины под ногами. Три, отлично. 4. Я теплообменники делаю подвинутые. 5. Где 3 было еще? Кинь под ноги их тоже. 6. Кого? 3 подвинутых теплообменника было. Помнишь, ты мне говорил? Все, все, бросаю, бросаю. Сейчас. Вот они. Так. Так. Че, все в разные стороны разбросали? Так. Все, 3 есть, 3 у тебя. По-моему, не хватает пластины. Или нет, хватает, хватает ровно, ровно, хватает прям тютелька в тютельку. Есть еще композит из 3, еще хочешь, забирай. Все нужно будет сейчас, подожди. Дальше, значит, что еще? Теплообменники продвинутые готовы. Дальше, значит, поехали. Листы иридия, кидай под ноги. А хотя и надо под ноги, мне все равно нужно дохера. Пойдем вместе тогда. Там эти одни не стаковым вот это говно, все. Давай вместе крафтить. Понял, нет? Не-не, ты бери, я тебя буду бросать в ноги, все, что хочешь. Хорошо, да. Хорошо. Используй давай, меня давай. Комментарий. Давай, согласен. Все, поехали. Значит, мне нужны все охлаждающие стержни, все листы иридия, что есть. А, листы иридия сейчас нужно сделать немножко. Их можно сделать легко. И теплоемка реактора, реактора пластина, если она не, нет, они не у меня нету. Да. Значит, еще их надо. Где? Не у тебя? Не у тебя точно? Нет, не у меня точно. Я куда-то выкладывал. Сейчас найду, где-то здесь было рядом. Выбрось сам, смотри сам. Блин, твою дивизию, куда же я выкладывал-то тогда? Вот, нашел, все, есть контакт. Сколько листов иридии нужно? Хотя немного. 16. 16? Нет, 8, 8, 8. 8, ровно 8 под ноги бросил. Еще какое-то говно кинул, иридии просто. Все, не стащи мне тогда все эти охлаждающие стержни и все. Тащу, тащу, тащу. Я крафчу. Так, один есть. Дальше, второй. Просто бросай под ноги. Есть. Будет место. Хорошо. А, они стакаются, отлично. Так. Третий, есть. Дальше. Просто очень бесит, что вот эти охлаждающие не стакаются. Это, конечно, вообще... Да, да, есть такое, есть. Из-за этого так и медленно. Но я делаю, делаю прям уже очень активно. Почти все. Осталось еще децл. Ты все принес мне, да? Да, да, все у тебя, все у тебя. Угу, угу. Хорошо. Осталось 2 еще сделать сейчас. Так. 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 Остался последний. Давай. 4. А, так. 2 этих. Готово. 8 могло для охлаждения готово. Что еще? Все? Тебе их скидывать? Что? Или да, нет, да, нет, да, давай, да. Давай, ладно, нет, да, сейчас этот нужно еще, короче. Да, доделывай сам, или что, или давай. Да, 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 все, доделаю сам, мне нужно, знаешь что, мне нужно, где-то у меня тут были 16 этого говна, и что там еще для этого нужно? Трансформатор башни нужно, 4 штуки. Воу, я думал, ты их сделал. Нет. Ты меня спрашивал, сделал ли я их, но я их сделал не для этого, я их сделал для другого. Понял, ну, значит, эту серию мы не доделаем, да, или... Или еще успеем. Эту серию тогда уж пилим на две части. Давай. Всем привет, дорогие друзья. Ну, как вы поняли, да? Да, в общем, извините, что в начале серии не поздоровались. В конце серии. Да, потому что это была двойная серия, одна. Так уж получилось. У нас просто времени не хватает. Да. Давайте мы просто скрафтим как-то. Еще ты сделаешь или сколько? Так, ладно, я сделал. Золотые с двойной оплеткой нужны. Механизм берем. Трансформатор БАШ 227, двоеточие 5 нужен, короче. Скажу, сколько штук. Нужно их 4 штуки. Хорошо, знаешь, то сколько? Блин, ну что за подсчеты дикие, так. Так, давай это расширение тоже буду делать. Давай 4 энергокристалла сделаю. Давай, и электросхем делай тогда полностью на все. Хорошо, давай, 4 энергокристалла. 4 энергокристалла, 4 электросхемы. Блин, где-то же были алмазы, неужели нету? Наверху, наверное, ладно, пошёл наверх. Я их стащил. 10 штук, на, нужно? Да-да-да, мне нужно всего-то 4 штуки. Сейчас, подожди. На.
Ваше. Закаленное железо. Так, давай тогда, сменяй энергокристаллы, значит, электросхемы. Хорошо. 4 механизма, значит, делаем. Так, редстоун. Куча золотых проводов с оплеткой. С обмоткой. Эти же золотые провода-то здесь были. Ладно, золото. В золоте это забирал туда, да? Да, а, вот он, понял, сейчас заберу отсюда. Нет, ты тут не забирал. Все, это хватит. Нужно много резины. Здесь куда-то бросил. Вот сюда. Так, хорошо, значит, еще раз. Энергокристаллы нужно... Подожди, если у нас их 4 движка, нам нужно 4 трансформатора, 4 энергокристалла на трансформаторы на сами. И еще. А, ну и все. 4. Готово. У меня это. Дальше, значит, электросхемы. Электросхем нужно, получается, тоже 4. 4 электросхемы. У меня есть одна. 3 электросхемы. 3 электросхемы, значит, нужно, получается, 3 на 6. 18 изолированных медных проводов и 3 закаленных железа рестом. Железо рестом провода. Все. Ты сделал мультикристалл и электросхемы, да? Высоковольтные провода я сам сделал. Да, мультикристаллы готовы, электросхемы в процессе. На этом мне нужна резина, либо медные провода готовые. Это низковольтные, блин. Это высоковольтные. Как выглядит высоковольтный, черт? Так, подожди-ка, что-то я уже ни хрена не понимаю. Если у меня... Короче, да, мне нужна резина еще. Давай, сука, выжималку я схожу, пока накрапчу. Резина. Кинь под ноги себе ее. Подожди. Закаленное железо. Что ты хочешь? Резину. Либо соковыжималку. Есть. Куча есть. Кидай. Резина, сколько нужно? Не могу сказать, кидай. Не очень много. Сейчас посчитаю, сколько. Так, значит, нужно 3 электросхемы самых обычных. Это же вообще элементариссимо. Элементариссимо. На 3 электросхемы нужно 3 на 6, 18 проводов. 18 проводов у меня есть. У меня есть 6. Значит, еще 12 проводов. 12 резины. Все нормально. 12 резины. А где-то у нас были медные провода еще, не изолированные. Есть такие? Или крафтить? Ладно, скрафчу. Ничего страшного. 6 проводов, как бы, не такой большой расход меди. А, тем более они делаются, он все понял. 6, готово, все. Так. А, так мне нужно не 6, мне нужно 12 же. Что же туплю-то? 12. Так. Ты микросхему делаешь? Или кристалл? Электросхему. Кристалл у меня готов уже. Давай микросхему. Так в смысле, я только делаю их еще. Когда сделаешь? Хорошо, сейчас. Что тебе нужно под ноги? Железо закаленное, а кем не под ноги? Угу. У меня есть 8 энергопроводов и 4 трансформатора слабого напряжения. Так, готово. Значит, смотри, держи тебе, где там? Теперь тебе под ноги кидаю, да? Или что? Да. Энергокристалл или электросхемы? Электросхема. Ну, давай, я кручу. Держи. Раз. Давай. Сейчас. Значит, 4 электросхемы пошло. Дальше кристаллы. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. И я наделал лишних еще до хера кристаллов. Ну как до хера? Еще 5 штук у меня есть. Сгодится. Я тоже так думаю. Так. Готово. На. Сколько? 4, да, тебе? Под ноги кидай мне теперь, да. Давай. Давай. Так. 4. Угу. Дальше, что там? Слева-справа, сверху-снизу это. Понял. Слева-справа, сверху-снизу это. Готово. Есть движки. Подожди, что не хватает? Твою мать, еще нужно 4 сверхпроводника. Ну, забирай. Есть прям у тебя готовые? Да. Красава, вообще ровно. Ну, вообще мне не хватит теперь на это. На основную часть. Ну, я сейчас сделаю. 4 движка готовы, отлично. Наконец-то, мать его. Кристаллы. Сейчас 8. Сколько нам нужно этих?
Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь. Нет, все нормально. Давай, давай, бросай. Пробуем сделать. Движки? Давай, на. Как же долго они делались, да? Вообще, это просто жесть. Это, блин, несколько серий ссаные движки только крафтить. Очень долго. Очень сложный крафт. Так. Так, двигатели есть. Фу-фу-фу. Это есть. Это есть, это есть. Нас убрали нагрудник. Ай-ей! Я пошел это... ставить его заряжать сразу. Надо же проверить. Да, давай пополам хотя бы, там энергии в жизни не хватит на то, чтобы зарядить. Давай пополам, хорошо. Ребята, ребята! Вот оно, вот оно! Нагрудник нашей мечты. Какие старые мемы. Раз, я два. Я чувствую себя обветшалым стариком. 10 миллионов энергии в нем, нифига себе. Ну, здесь тоже 10. Я понял. Забирай. Все, все. Ну, примерно пополам. Ай-ей. Киборг. 5000. А у вас такие же были, ребята, вот на комментариях я просил написать. Мы, правда, еще не видели их. Но вот... Ну, вроде похоже. О, сортировщик. Здорово. Движки включены, ну да, летает, все вроде то. Пойдем к сортировщику, там покажет нам, что он там сортировал. И что у нас там по серии? Пора заканчивать, да, нет? Да. Ну как да, раз пойдем тогда посмотрим. И будем заканчивать. Все-таки не зря же он столько времени старался. Насчет крафта все были правы, потому что будет еще, наверное, одна-две серии. Потому что еще нужна шлема хорошая с крафта. Шлема, штаны еще нужны, конечно, ботинки. Ну, ботинки, штаны проще, правда, шлема должны быть заряжены. Так, итого у нас тут, короче, куча всяких разных сундуков, в них все здорово и классно, да? Отлично, очень здорово. Эссенция, ей, стрелы. Дерево, ну смотри, прям вообще, да, просто рай. Ты все это вручную сортировал? Похоже, да. Смотри, молчит, не отвечает, видимо, не может говорить. Ну, молчание знак согласия. Прямо посмотрим ниже. Надо драйвера. Да-да-да, это все вручную. Серьезно? Да. То есть никакой системы автоматической не получилось, да, у тебя, к сожалению? Но она крашит серверы. Я понял. Ну ладно, что делать. Пойдемте наверх, поднимемся и на этом. Значит, раз в 20 серий будем тебя звать сортировать. Вручную. Ладно, а сами давайте скажем спасибо большое Асгарду за то, что он заморочился и три серии сортировал вручную этот хлам, это реально очень долго. Ну, не три, он начал, наверное, одну серию или там пол делал, а потом в итоге сортировал. Потом еще час переделал. Да. Но, тем не менее, на самом деле, я просто представляю, это кропотливый труд, при том, что он довольно однообразный и скучный, поэтому реально заслужил сказать ему большое-большое спасибо. Просто красава. Молодец. Да. Ну что же, спасибо вам, дорогие зрители, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, не забывайте про комментарии. Все по классике. Это за сортировку. Наша оплата. Нагрудник здесь. Все, давайте, друзья, до следующей серии. Всем удачи и пока. Всем пока. Пока-пока.